Многие мероприятия прошли или будут проходить в Сочи без зрителей, как, например, матч между Сочи и Краснодаром в рамках российской футбольной премьер-лиги на стадионе «Фишт». Ежегодные гонки «Сочи Дрифт Челлендж» на автодроме тоже пройдут без болельщиков. Медали чемпионата России по кёрлингу спортсмены также разыграют при пустых трибунах. Организаторы целого ряда крупных мероприятий принимают решение перенести их на более поздние сроки или отменить вовсе. Например, на «Розе Хутор» решили не проводить сразу два крупных фестиваля – музыкально-спортивный «New Star Camp» и карнавал «Бугель-Вугель». Суперфинал конкурса «Лидеры России» переносится до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщили организаторы. Также сегодня стало известно, что Всероссийская неделя охраны труда переносится пока ориентировочно на второе полугодие, а должна была состояться в первых числах апреля. Отменены концерты зарубежных исполнителей в Парке науки и искусств в Сириусе, австрийского квартета «Маримб» и венского духового оркестра.